Всем привет, это Львина с автоматом. Ну, что произошло за это время? Закончил несколько квестов. Вот этих вот, как видите. Ну, тут еще обожженные кирпичи делаются. На будущее пригодятся. Так, берем наш книжку и смотрим. Так, Jar Tuning Open. Вот это вот. Что ну тут обгоревший кирпич, обгоревшая дорога и обгоревшая брусчатка. Ну, наверное, кирпич возьмем. Так, умный кабель получили, обожженный кирпич и бак ревард. Так, дальше. Как видите, блоки коксового угля я сдавал, да? И узнал, что это надо коксовый уголь просто сдать, ну, в блоках. Поэтому я вот сделал еще. Пошел, понакопал, запустил. В общем, пока у меня тут работало все, я это выполнил. И, наверное, резонирующий эндерим. Manual submit. Так, 100%. Climb reward. Все, выполнили. Интересно, они все забрали или что-то оставили. Так, закрываем. Так, оставил. 31 блок еще оставили. Очень хорошо. Так, там у меня еще жарится. Я по углю очень минус ушел. Так, обгоревший кирпич это из этого мода, из этого мода. Это сталь, это можно положить сюда. Так, сумочки, да. Ну, давайте откроем пластинки, понятно. Жидкий опыт. О, вот эта вещь. Жидкий опыт барабан. А, так это же понятно, что это. У меня опыта и так хватает. Так, слайм пик. Это что такое еще? Слизневый камень. Ну, вещь хорошая, но пускай будет. Пока есть что на модификаторов 9. Ну, хорошая вещь. Так, ну у меня есть своя кирка получше. Так, это Сюдемус. Так, дальше резонирующий эндериум пригодится в будущем. И самое главное, карьер. Так, а его рецепт, интересно. Рецепт, ну, не сказал бы, чтобы сильно сложный, но у нас уже появился карьер, да, работает. Хорошо, надо будет его где-нибудь тут рядом поставить. Наконец-то я смогу карьерить. Хотя я его раньше мог сделать. Так, МЕ умный кабель. Кстати, МЕ умный кабель, говорите, у меня есть. Для этого мне нужен один канал. Так, Мисткрафт. Так. Платина джестик. Так, мне надо. Мне что сейчас надо? Мне надо шина экспорта и шина импорта. Экспорта. Ага, ядро формирования и этого самого. Сфера шина экспорта. Где она была? Экспорт и импорт. Экспорт, по-моему. Так, это есть. Чего не хватает? Железа и поршень. Ага, а как карты делаются? Расширение. Так, карта емкости. Карта создания. Карта нечетности. Инвентирование. Красного камня. Ускорение. Так, как она делается? Продвинутая карта. Ага, ясно. Ну, это я так готовлюсь к карьеру. Так, значит, тут у меня по чуть-чуть идет процесс, но очень сильно не хватает воды. Как видите, вот вода тут никак. Вот поставил уже раз, два, три, четыре, пять, и они мне никак не могут закачать в воду. Так, тут я изготавливаю соль. Надеюсь, я изготавливаю, да? А чё стоим, чё не работаем? Так. Подождите, что он не работает? А где ведро? Ведро. А, ведро воды я отнял. Ну ладно, извините.
Я думаю, что он и не работает. Так, давай ты мне эту самую... Делай сол. Сол. Сол мне нужна. Вот, пошла работать. Я тут как занимался своими делами. У меня не получилось ничего. Так. Дальше. Значит, муку мы пока ставим тута. И будем сдавать следующее. Так, хотя подождите, надо взять, ну, у меня он, наверное, с собой есть. Да, есть. Better Barrel, посмотрим, закончил ли. Толстый стал, не пролажу. Так, значит, ага, уже 64 молока за это время мне понаделало. Так. Это закончилось. Так, что у нас насчет семян? Ну, семена своего боба пока не съесть. Так, значит, мы тебе даем новую баночку и наполняй ее. Вот, мы пошли с этим работать. Ой. Да, ё-моё, Семён Семёнович. Так, значит, мне надо... так, для начала эту соевую ставим сюда. Выбираем Palm Harvester Craft. Вот он. И смотрим, что нам вначале полегче сделать. Так, сыр. Вот. Соль и горшочек. Да. Соль и горшочек. Значит, нам это не надо. Не надо. Нам надо только вот это. Это убираем. А, у тебя сейчас, наверное, там 64-3, да? Так, это мы, значит, забираем. Не помещается. Ладно, мы пока от муки вот таким способом избавимся. Так, значит, нужен мне горшочек. Горшочек у меня делает не то, потому что масло это чуть сложнее. Так, сыр, горшочек, три железа, любого там металла и палочка. Раз, два, три, четыре. И палочка. Палочки у меня вроде бы тут были. Так, вот палочка. Делаем вот этот вот горшочек. Делаем вот это. Берем. Так, значит, нам надо сейчас соевое молоко, горшок и... Так, горшок... Тут забираем фильтр. Это сюда. Так, горшок сюда. Нет, один горшок мне нужен. Так, поменяли фильтр. Это кидаем сюда. Это кидаем сюда. И соль, свежую воду мне не надо сюда поставлять. Ковер нужен. Свежая вода мне уже там не нужна на данный момент. Ковер где-то у меня был. Вот он, ковер. Ковер или ковер, не знаю точно. Так, где он? Вот сюда ставим ковер. Так, вода у нас уже сюда не пойдет. Она у нас пойдет только вот в эту ноду. А, не, у нас тут сол. Так, нате воду, нате еще воду. Так, сюда мы, значит, ставим сою. Угу. И показываем рецепт. Так, рецепт у нас, значит, такой. Вот, пошло у нас масло. Масло как хасло. Так. Угу.
Очень хорошо. Масло, горшочек, масло, горшочек, и оно пошло делаться. Так, масло, сыр. Сыр у нас делается, или это у нас сыр сейчас делается? Что у нас делается? Сыр. Сыра нам надо сдать. Сыра нам надо сдать. Аграрин роуминг. Сыра 1015 теков. Хорошо. А масло? Как у нас масло делается? Масло у нас делается из сковороды и вот этот вот миска. Даже так. Ладно. Так, значит, как, подождите, масло. Кастрюля. Так делается. Ну, миска это. Ага, три палки. Я где-то тогда помню, я нечаянно сдал ее. Так, три палки. И с... подождите, у меня это вроде бы есть. Так, наверное, любую. Да, берем. Это сюда. У нас получается сковородка и делаем мисочку. Так. Угу. Дальше нам надо. Я, наверное, быстрее руками сделаю, нежели. Так, надо крафтинг тейбл. Так, сундук, ловушка не надо. Сундук. Доски из темного дерева и книга. Так. Значит, берем крафтинг тейбл, сундук, книгу. Ну, значит, наоборот. Вот. Получаем такую штукенцию. Так, берем. Место есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать. Ну, наверное. Так, скидываем вот эту вот 16 бутылочек. Ложим это сюда. Это сюда. И ждем. Так, миски получили. Так, сколько у меня их есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать. Ага, эту можно, значит, вернуть домой. Давай. Ушла. Так, ведро. Что оно у нас тут выпало? А, у нас этого перебор. Хорошо. А, и вот почему она пропала. Дальше масло. Это соль, кастрюля и жирные сливки. Так, это мы забираем. Ложим кастрюлю. Так, это... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, значит, соль, сливки, чпок. Так, это скидываем. Сол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, наверное, вручную быстрее это все скрафчу, чем... Так, чпок. Все, что ли? Готово. Ну что, проверяем. Открывайся. Cheese. Manual submit. Сыр. А, нет, это у нас не сыр, это что у нас масло. 100%. Так, что выбрать? Это есть, есть, есть. Вот это мне еще нужно. Или не нужна кастрюля, ступка, форма для выпечки. Ну, вот это у меня нету. Climb reward. Так. Готово. Дальше. Сыр. Сыр у нас может производиться вручную, да?
А, еще и масло осталось. Ну хорошо, печь, прессовщик. Прессовщик, вещь хорошая. Так, ты стой тут. Так, печь. Ух ты. Ну, овен как овен, ничего особенного. Так, что тут дали? Лейка. Лейка у меня есть. Так, это сюда, это сюда. Масло пока мы сбросим. Миску сюда. Обожженные кирпичи, ведро, это, тележку тоже можно скинуть. Так, чиз, говорите, сделаем. Блин, у меня соли не хватает. Так, сол. Так, этот рецепт убираем. Это не надо. Так, чего у нас, как там она? Угу. Горшочек не вари. Вот, все. Будем, наверное, вручную все делать. Так, это соевым сюда, это сюда. Хотя неправильно, это сюда. Сюда горшок. Вот. И берем... так, чизов. Сколько у меня? Чиза. Интересно, его есть можно? Ну, пока нельзя. Раз, два, три, четыре, пять. Или не посчитать. Так. Сыр. Так, есть контакт. Еще соль. Еще соль. Соль еще есть. Так. Давайте сдадим. Что-то быстрее это происходит, чем я там вручную. Так. 59, еще соль нужна. 25, у меня ее больше нигде нету. Солью у меня, смотрю, проблема. Соль насущная. Нету. Соль у меня нету. Ну что, я ее тогда вручную буду крафтить. Ага, этот горшочек у меня где-то есть. Вот он. Тогда это мы пока не собираем. И берем вот эти вот. Сюда закидываем ведро. Вот. И хай она... не сюда, вот сюда ведро. Вот. И тут мы делаем соль. Да, раз, два, три, четыре. Чпок. Раз, два, три, четыре. Это убираем, ставим сюда. Так, и сюда соль, да? Получаем сыр. Так, пробуем его сдать. Сдать, я говорю. Manual submit 82. Еще надо... Так, чего у нас не хватает? У нас не хватает, а вот еще одна соль. Давай сыр. Так. Manual Submit 88. Так, сколько ты там уже понаделал? 59. Тут у нас что творится? Тут у нас не очень успевает. Так, вот этот апгрейд уберем, чтобы у нас тут немножко он быстрее... нам соль делал. Так, и тут уже, наверное, понаделалось соли немножко. Это и вот водички. Так, это убираем, убираем. Ставим свежую воду. Получаем соль. Так, свежую воду убираем отсюда, сюда. Сюда и соль, сюда. И раз, два. Раз, два, и давай сыр. Вот. Давай, открывайся. 100%. Так, теперь надо подумать, что мы тут умеем. Diamond Planter, Diamond Chopper. Для даймондов надо Diamond Upgrade. Witcher Upgrade. Wither Upgrade. Кобалки. Ну, это легко делать. Так, это у нас... это у нас прогрессив автоматик. Witcher Upgrade.
Diamond Witcher Multiple Range of Machine B2 увеличивает. Ну, Witcher они сложнее делаются. Тут 8 резонирующий, да, получил. Ух ты. Так, Climb Reward. Что у нас? 5 цветочки. Цветочки, естественно, идут в бочки. Так, так. Уже забился, да? Молодец. Какой ты молодец. Давай все забирай. Вот, а ты работай. Работай, работай, давай, не тормози. Так, работаешь? Работаешь. Так, сыр. Хорошая вещь. Так, сегодня неплохо поработали, я смотрю. Так. Это надо снять. Для того, чтобы его снять, берем вот это вот. Чук. Снимаем. Так, значит, все же это вручную намного быстрее делается. Так, тут что у нас? Это закрываем. Соль. Соль у нас идет сюда. Пока, мисс, извини, ты нам тут не нужна. Давай тут у нас делайся. В этом что-нибудь есть? Нет, в этом. Так, соль забираем. И давай готовься. Так, тут у нас, наверное, уже все забилось. Ну нет, пускай готовится. Так, еще вот это есть штука. Так, смотрим, что у нас дальше открылось. Макрэзи. Чизбургер. Мануал субмит. Ух ты, сингулярность. Сингулярность. Тессеракт. Строительный проект. Чизбургер. Чизбургер. Вот это, этим не надо заняться. Не какими-то там... Чизбургер. Чизбургер. Ой, сколько их тут. Сэндвич. Куриный, рыбный. Так, восхищенная еда. О, чизбургер. Чизбургер с беконом. Гамбургер. Чизбургер. Ага, это сыр. Сыр. Гамбургер. Туфу. Крепкий туфу и тосты. И плюс сковородка. Так, еще проверим, это он. Да, чизбургер 20, 270 тысяч. Угу. То есть крафт не закрафтится. Так, 270 тысяч. Нет, еще серьезно, 270 тысяч. Да вы издеваетесь. Ой-ой-ой. Гамбургер, а мне надо чизбургер. Чизбургер, где он там был? Чизбургер, вот. А, делаем гамбургер из гамбургера. Знаешь, крепкий туфу. Сырая говядина. Крепкий туфу, это, по-моему... крепкий туфу, по-моему, так делается. Ложим сюда, получаем... мягкий туфу ложим, получаем крепкий туфу. Так, дальше что нам надо? Нам надо чизбургер, чтобы получить гамбургер. Тост это пережаренный хлеб. Это мука или вот из этих вот. Да, тосты, я насколько помню. Чпок. Раз, два, три. Хлеб мы жарим, получаем тосты. Вот они, тосты. Так, дальше берем сковороду. Так, ты нам пока не нужен. Сковорода, хлеб. Это вот так, так вот и вот так, и что-то не то.
Гамбургер. А, сковородка. Сковородка, это на которой жарят. Как эта сковородка делается? Тост, сковорода. Вроде же где-то была. Ладно, еще одну сделаем. Посуда никогда не будет за много. Так, два кусочка этого. И палки. А, вот они тут есть. Доски, раз, два. Шпок. Так, сковорода. Так, сделаем рецепт. Так, этот убираем, ставим это. Гамбургер. Чизбургер. И посмотрим, мануал submit. Да, это он. Я, видите, решил проверить. Так. И интересно, сколько он устанавливает, я не посмотрел. Так, чизбургер. Ага, ты уже сделал, да, молодец. Какой, так, твердый туфу. Давай туфайся. Вот такие пироги, товарищ. Да, интересно, его есть могу? Нет. Так, кто сделал туфу? Твердый туфу. Давай, хоть один. Еще один, давай. Я хочу твердый чизбургер. Так, вот он. Ложим это. Это сюда. Это сюда. Че, ты сюда не хочешь? Так, два гамбургера. Сложим, добавляем сыр, получаем чизбургер. Хм, ясно. И восстанавливает довольно-таки неплохо. Так, эти, Diamond Chopper. Diamond Chopper — это машина, которая рубит деревья. Ей надо вот эти вот апгрейды, он увеличивает радиус, range 2, топливо и топор. Так, понятно. Падай. Так. Вот это возвращаем. Так, Diamond Planter. Это который садит. Или собирает. А, по-моему, садит и собирает. Угу, ясно. Так, посмотрим, что может там еще нам что-нибудь открылось. Так, Jar Tuning Open. Complete, 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 complete. Что, 90%? Что, не закончили? Ну, сделал. Stone, brick, все сделали. 95%. Почему 95%? Я все сдал. Ну и черт с тобой, пипи помпинг. Это сложно, это сделано. Криозот. 1000 ведер, да? Сколько? 100 тысяч. 100 тысяч ведер. Так, криозот, говорите. Так, это я сдавал. Это круштайс потом. Это сложно, это сдал. Слайми сложно. Кровь. Миллион. Понятно. Гранат-роминг сделали. Так, 500 бобов. Понятно. Маккрейзи. Так, чизбургер я хочу сделать, да? А этот что нам дает? Генератор край, кухонный генератор розовый. Карьер край. Ага, у нас карьер есть. Ну ладно, так вот это, так вот тут тоже 41 тысяча, тоже сложно. Яйца надо будет сдавать. А, вот эти вот побегал, позбивал саженцы в разные черного дуба вручную. И он меня сейчас сдает их.
Вот, также побегал, пособирал вот эти вот саженцы, их размножил с помощью костей. И теперь вот, как видите, у меня происходит сбор вот этих вот саженцев, настоящих, нормальных саженцев. Плюс у меня, поскольку, как это называется, растут джунглевые деревья, на них бывают иногда эти лианы. Поэтому у меня сейчас есть и лианы, ну и лианы собираю. Вот эти вот не подходят, к сожалению. Вот. Так что я сейчас надеюсь по 500 вот этих всех сдать. Ну, по чуть-чуть копится. Вот они. Видите, у меня тут стоит именно, чтобы нормальные саженцы березы шли, а не там какие-то непонятные. Так, как видите, сделал себе новые штаны. Он, видите, как все вырубил там вот далеко идет вырубка и бежал еще в лес. Я не помню, где-то тут, ну, вот тут рубил чуть-чуть. Потом там вот где-то рубил. Ну, в общем, набрал вот этих вот всех саженцев, посадил, развел и, ой, и получил. Так, это надо будет, я не знаю, тыквы. Тыквы это, наверное, форесли ферма. И мелон тоже поросли ферма. Так, дальше грани стоит. Тут надо будет поубивать. Мало осталось спайдеров. Потом репутация на ревард. Но это уже жители надо будет разводить. Коферакт. Голдбак холдинг. Голденбак. Вот это я вот хочу вообще-то сделать. Так его и не сделал. Так, дальше формат инакт Power Stooch. Ну тут как всегда ничего. Зачем магические моды вводить? Так, Extra Utilities. Так, вот он надо. Что нам надо? Был золотой блок, два золота, зеленая шерсть, алмаз, сундук. А, ну это я, наверное, на данный момент могу себе позволить. Так, золотой блок. Один штук. Так, золотой блок, два этих, сундук, алмаз, и шерсть одна есть, светло-серо минеральная не подойдет. Так, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. 12. Так, 12 это шерсть. Так, сундук сюда, шерсть вот сюда и алмаз сюда. Сумочка супер вместительная. С этой, ну да, довольно-таки вместительная. Вот, так что вещь полезная. Ее еще можно как-то зачаровать усы. Ага, видите, как можно зачаровать магическая древесина, и тогда, если я умираю, этот мешочек остается. Книжный шкаф. А, хотя могу зачаровать. У меня ж зачарованных этих книг. Хоть так. Огнеупорность, сожжение, защита, огнеупорность, эффективность 2, 3, 4. Шелковое касание хорошее. Прочность 1, 2. Чуть-чуть проредим нашу библиотеку. Огнеупорность, подводное дыхание, огнеупоротость. Так, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Еще одну какую-нибудь надо. Ну, он достротапской будет. Так, полки. Полки. Где-то же были вроде бы полки, если не ошибаюсь. Где у меня полки были? Так, полки, говорите, да? А это не в этой игре было полки. Так, значит, доски. Шмок, шмок. Книги. Иди сюда. Так, доски. Блин, доски.
одна книжная полка. Так, книжные полки, доски. Так, раз и два. И книги. Так, две полки. Две полки. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Золото и вот эти вот книжки. Что не так? Не то. Вот она. Ай, наоборот. Ну, как всегда. Так, так, так. Три? Ну ладно, согласен. Даже лучше. Так, книжки возвращаем. Раз, два, три. Обычно, ну, эту книжку тоже сюда. Берем вот эту хрень и вот эти две. Вот, теперь у нас Reinforce 1. Да, и вообще-то надо ее было сдать, наверное. А у нас ее сейчас не отнимут. Кстати. Фу, не отняли. Хорошо. Так, это я не могу сделать. Work that раз тоже не могу. Это надо... Enchantment могу. Зачарованную книгу я сдать могу. Шелковое касание, мне упоротость. Канал Submit, Climb Reward. Кут. Опять этот кут. Что за кут? Да, кут. Так, дальше что мы еще можем сделать? Это мы сдали, вот это можем сдать. О, золото можем взять. Так. Ты иди домой, ты тоже. Так, Claim Reward, выбираем золото, берем. Так, дальше. Эндер танк, эндер чест. Знаете, вот все нужны эти самые специальные. Так, я умирать не умирал. Выполнил майн, это выполнил. Квантум тренер. Хотя можно посмотреть. Квантум. Шестерня Зендериума. Обсидиан. Вычислительный обсидиан. Так, сгоревший кварц. Сгоревший кварц. Где-то у меня кварц был. Так, четыре штуки мне надо. Жук. Раз, два, три, четыре. Так, кварц, иди домой. Так, четыре штуки мне надо. Чё? Ара, ты чё? Нагревший кварц, пережечь. Красная печь, кварцевый блок. Ты у нас красная печь? Красная. Кварцевый блок, кварцевый блок. Ара, ты чё? Какого? Я спрашиваю. Блин, да что такое ванила? Печь. Есть у меня такая? Есть. У меня такая печка. Так, ванила печка. Вот тебе и... О, принял. Так, дрова пошли работать. Так, эти и обсидиан. Так, сколько я помню, обсидиан пропитанный делается так. Не так. Эти обсидиан. А, наоборот. Да ладно. Так, наоборот. Это сюда. Этих сколько надо будет у Коэндера?
Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Да, хватит. Так, этих штук понаделали. Так, дальше 4 алмаза. 4 алмаза. Так, берем все и эндер. Шестерня из эндера. Так, переплавился, переплавился. Значит, так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ядро. Так, дальше что нам там надо? А, еще крафтинг тейбл. Блин, нету древесины. Елка. Елка. Так. Крафтинг тейбл. Так, крафтинг тейбл. Сюда. Нет, сюда. Две шестеренки. Всего две. Так, эти тут. И ядро. Квантум этот самый штук. Сделали. Так, что еще? Ну, к нему минимум надо два двигателя делать. Ну, желательно два. Ока Эндера. Ока Эндера это у нас раз, два. Кстати, можно будет пойти Эндера поискать. Раз, два. У нас тут Hardcore Ender Expansion нету. Так, что еще там надо? Этих три. Вот. Раз, два, раз, два, раз, два. Еще на один хватает, да? Раз, два. Два укендера. Раз, два. Флаксовый генератор. Ну, раз хватает еще, насколько хватает? Четыре. Ну, четыре сделаем, на будущее пригодится. Все равно там что-нибудь с него надо будет делать. Раз, два. Так. Ну, мало ли кто не знает эту систему. Так. Раз, два, раз, два. Блин. Так, раз, два, три, четыре. Один сюда. Еще этих делаем. Раз, два, раз, два, раз, два. Ока Эндера и два этих. Так, четыре двигателя, говорите. Готово. Так, его можем поставить, допустим, тут. Неважно, где вы его ставите, вот окружаете вот этими флаксовыми двигателями, чем больше, тем быстрее работает. И вот она, можем писать рецепты, можно делать поисковый узел, предметы усиленный какой-то там, потом трансфер нода гиперэнергия, слитых бедроки плюс узел передач. И сам узел передач тут делается. Так, ух ты, передача края. Что, серьезно? В этом делается? And ambulance effective can upgrade свою энергию он что ли передает? Приемник края. Frequency. Маркер края для карьера. Ender Quarry Upgrade Base. Это тоже. И с помощью золота и угля утраиваем ресурсы, то есть редкие тут выгодно перерабатывать. Большой факел. Во. Вот эта вещь хорошая. Лечебное зелье, зелье генерации. Так, это надо эти делать. Она отпугивает всех животных в радиусе. Так, что еще? Переплавка, переплавка, утроение руд. 16. Ну, вот такие, такая полезная штука. Что бы на ней попробовать сделать? Интересно, она... Руды у меня, конечно, нет. А эту руду, он ордит, она не переплавит. Вот. Так. Древесину сюда. Эту мы сбиваем. Так, дальше что я еще могу сделать?
Так, это Word Ahrefs. Там, по-моему, надо сингулярность. Это Railcraft. Railcraft. Рвой якорь. Чё, серьезно? Всего лишь? Ну, делаю. Делаю обязательно. Так, золото, алмазы и обсидиан. Золото, алмазы, обсидиан. И есть, все, есть. Чё я торможу? Надо делать. Так, как он делается? Я что-то думал, что там сингулярность нужна. Торможу. Товар, товарищи. Так, 4. Золото. Ender Pearl. И вуаля, загрузчик чанков. Так, F7. Или F9. Показываешь чанки. F7. А, и Optifine нет, поэтому не покажет. Так, ну ладно, пускай он у нас стоит где-то посередине. А, это F7, значит, не то. F9. Вот, чанк. Так. Ага, значит, у меня будет грузиться 4 чанка. Это будет все грузиться. И тут чуть не достает, да? Угу. Ладно, поставим пока его сюда. Вот тут вот. Кормить его надо жемчужинами края. Одна жемчужина, 12 часов. Только не знаю каких. Ладно, бери все. Вот, теперь у нас, куда бы я ни ушел, это все грузится, и пока я тут стою. Да, хотя вообще-то не так, наверное. Одной жемчужиной пожертвуем. Это не так красиво. Так вот, ее ставим сюда и кидаем. Вот. А, ее еще и сдать надо. Так, complete climb reward. Остался маяк и вот эти. Но эти я точно не сделаю. Еще раз проверю, может, убрали Ender Storage. Сингулярность, сингулярность, сингулярность. Ну, надо бутербродами заняться, чтобы сделать остальное. Так, GR Tuning. Ничего не добавилось. Пипес помпинг. Криозот. Подождите, сколько его надо? 100 тысяч. У меня сколько уже набралось? 961. Блин, совсем мало осталось. С этого не будет. Ну, может, наберу как раз. Вот 100 тысяч будет. Подождите. 961, да? А, так у меня же есть. Так, а ну иди сюда, тварина. Так, жидкостные предметы. Так, это мы пока не сюда. Ладно, все скинул, что мне не надо сюда. Так. Вот передача жидкости. Раз, два. И апгрейд. Так, ее на свое любимое место ставим. Так. Избиваем бочку. Тем более он репьятедл. Так, берем квест. Select task. Выбираем эту. Узел передачи жидкости. Так, смотрим оно. Пошло. Так, апгрейд 27-35. Ой, только не перестараться. Все. Отдай. Нет, не сливай лишнее. Вот. Криозотовое масло сдали. У нас еще его. Ой-ой-ой, сколько. Так, ты, бочка, возвращайся на место. Ну, сколько я сегодня сдал всего, ё-моё. Так, значит, сдали. Что я могу тут получить? Сажающий путь, ускоряющий путь, стрелочный
сбрасывать. Наверное, вот этот редчайший путь. Climb Reward. Так, ну, продуктивная серия получается. Дирчест, понятно. Его можно будет выкинуть. Он не знает, зачем нужен. Книгу вот можно взять. Мало ли где пригодится. А вот эту штуку нафиг. И нафиг, и нафиг, и нафиг, и нафиг, и нафиг, и нафиг, и нафиг. Так, тебя сюда. Ладно, разберу инвентарь. Так, я вот, видите, увеличил подачу кирпичей. Теперь у меня эти кирпичей будет. Ой-ой-ой, сколько. Остановил разлив вот этой вот штуки. Обожженный камень блоков у меня тут 700. И потом планирую там поставить, если вы помните, когда я делал какую-то там штуку. Сейчас вот не вспомню, куда я сунул. Тут потрескавшиеся кирпичи. Что они тут делают? Потрескавшиеся. Вот они, потрескавшиеся. В общем, где-то я засунул проклятую землю, да? У меня же она была. В общем, планируют там поставить проклятую землю. Начнутся спавниться мобы в большом количестве. Падать вот сюда и сгорать. И сюда у меня пойдет кровь. И я ее буду сдавать. Вот. А сейчас, наверное, под конец уже, я думаю, уже конец. Так, потрескавшиеся каменные кирпичи, что они не принялись? Забрались? Не понял. А, это с монстрами, это с чешуйницами. Вот. Ну что, сегодня неплохо поработали. Я думаю, можем пойти повыпускать каких-нибудь животин. Так, посмотрим, кого мы тут выпустим. О, здоров, крипер. Не нужен. Привет тоже. Головка. Кулочка. Еще один коровка. Интересно. Ничего интересного. Шанс кубы, мне один раз даже выпал животный. Вот. Ну что, мне удалось немножко поднять FPS у себя на игре. Я сделал такие вот назад настройки. Настройки графики быстрые. Почти что, ну, много чего подключал. А самое главное, убрал. Как это... Ух ты, у меня же планшет загружается. Я про него уже и забыл. Хм. Ай-яй-яй, быть таким. Так, что у нас тут? Свои. 18. Ну, эти работают. И довольно-таки неплохо. Кукуруза тоже есть. Так, ну что, буду думать, как быстрее гамбургеры получить. Вот, вроде бы... Удалось настроить сборку, так что она еще немножко проживет. Так, это, в принципе, мне уже не надо. В принципе, как и этот. И буду думать в следующей серии, как ставить карьер. Куда скидывать все есть. А зачем это, я не знаю. Так что еще вот эти, наверное, надо будет все повыкидывать. Они мне, в принципе, не нужны. Хотя... И зеленый. Так, у меня уже почти что... Ну, надеюсь, к тому времени, когда это выйдет, у меня будет... так. Такой мини-арт сделаем. Так, на 6 не похоже, да? Надеюсь, вы меня оправдаете, и у нас будет, так, сколько тут раду, 3-4. На 600 зрителей, 600 подписчиков. Получается, я не зря работаю, хотя смотрит только меня около 50 человек. Вот, но это на будущее. Надеюсь, не сглажу, и нас действительно будет 600
Так, 20, и еще вот можем закрасить фон, чтобы было немножко красивее. Вот так вот. Вот так вот еще немножко красивее сделать. Надеюсь. Так. Так, 600. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Надеюсь, первый мой арт. 600. Что-то не хватает. Так, не хватает одного. Это, как его, это вам, вот так, и сюда, это вам авансом. Как я себе хорошо думаю, а? Вряд ли будет 600 к выходу этой серии, потому что эта серия выйдет завтра, а у меня сейчас только еще 8 человек нет. Так что, ребята, пишите комментарии, зовите друзей и давайте сделаем 600 подписчиков. 600, совсем немножко осталось.